Мы дождались настоящего экспоната, за которым мне в очередной раз не стыдно. Любимый автомобиль в Беларуси, самые просматриваемые тачки на ТикТоке. Это, конечно же, Volvo. И в очередной раз я готов вам показать не 70, не XC, а надежную, простую V50. Это такая, знаешь, Volvo на лайте, но при этом в ней есть все. И даже больше, чего нету у других на топе. Volvo V50 в автохаусе Гранд. Машина приехала вчера, и уже вчера она была в нашем телеграм-канале. Узнавай об автомобилях раньше, ссылка в профиле. Мы вышли из дома, когда во все окна погасли огни, один за одним. Мы видим, как уезжает последний трамвай. Первое, что бросается в глаза в этом автомобиле, это ее внешний вид. Я когда ее увидел, я немножко присел. Посмотри, она черная, и настолько вот этот черный такой цвет, насыщенный, если можно так сказать, блестящий, красивый. Смотришь в нее, смотрю тебя, как в зеркало, на самоотражение, да, смотрится. По кузову, ну тут вообще просто с лупой ходи, ты ничего не увидишь, ни одного изъяна, это я отвечаю. V50 это слегка уменьшенная и упрощенная версия V70, соответственно, немножко меньше по размеру, немножко проще по отделу. Но при этом то, что в ней уже есть, ну, любой год, ну, просто это отсосай любое там Peugeot Renault такого же года, чтобы вы понимали, даже в топе. Здесь есть все, что нужно человеку, и даже больше. Не, ну, какая она красивая, ну, ты посмотри, линзовые фары, вот этот хром. И это что, я в нем небо вижу, отражение в этом цвете, это смотрится дорого. Красивая, ты посмотри, какое литье здесь стоит. Да, повторители поворотов, смотри, они тут как в хрустале сделаны. Рейлинги под алюминий, по-моему, они вообще, они алюминий. Алюминиевый, реально, да ладно, это не пластик, ребят. Плавничок радио сверху, да, ай-я. Давайте изучим этот экспонат внутри. Традиционно сзади у Volvo багажник, ну там прям феерический, там самому можно лечь и спать. Здесь, конечно, будет немножко поменьше, это универсальчик, но ни хрена себе поменьше, я сюда первый раз заглядываю. Ты посмотри, все в ковролине, все чисто, все отмыто, все аккуратно. Ешь твою матрешку, здесь еще под запаску места, смотри, сколько, да, какие-то отсеки. Ну тут тоже можно жить, отвечаю. Нормально, место валом. Сюрприз для меня, я дверь не открывал, заднюю такой, оба, да есть же, конечно, смотри, какой премиальная отделка здесь, мягко, кожа под алюминий, продолжающие рейлинги, и кожаный салон, братцы, на тебе, даже V50, но все равно кожа, а? Вафлики реки вот такой ширины, а? Вафлики горы вот такой вышины. Тебе сюда? Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Здесь прикольно, блин, здесь такая, знаешь, V70 на минималках, то есть видно, что салон немножко меньше, вот эта консоль, она обычно где-то такая, да, здесь она уменьшена, кнопки уменьшены, но она сохранена, чтобы вы понимали. Смотри, мягкие благородные металлы, тут тебе сабвуферы, да, ай-я, подогревы сидений, климаты, тут спрятаны, куда бутылочку поставить можно, функция e-drive, кожаный подлокотник, вроде 50-ка, но места хватает, но за что я ставлю десяточку этому автомобилю из 10, это за коробку передач и за сцепление. Такого мягкого, отзывчивого сцепления я не видел еще нигде. Я нажимаю, я практически не чувствую эту педаль. Обычно жмешь, я не знаю, как в кировце. И переключение тоже передать, когда нажал, оно это фетиш какой-то. Вот это просто надо попробовать, да? Ну и на мультируль тоже что-то запихнули. В остальном у меня ощущение, как будто автомобиль без пробега вообще. Честно, ребят. Настолько идеально все отрабатывают узлы, что ты как будто сел вот с салона, выехал и едешь на новом автомобиле. Это надо попробовать. Один из самых лучших экспонатов, что к нам приезжал, вот именно из Volvo V-шек, да? Ну, поразило, ну, удивило, приятно, и, блин, я максимально приглашаю вас на тест-драйв этого автомобиля, хотя бы приедьте, просто посмотрите, хотя бы понимать, как должен выглядеть нормальный, настоящий, ухоженный Volvo. Автохаус Гранд, контакты профиля.